Игорь, привет. Это селянин. Игорь, что нормально? Игорь, привет. Игорь, прорвали? Да, прорвали. Игорь, скажи, что происходит? Банда меня арестовала, банда. Что они от тебя требуют? По 2007 году. Они утверждают, Игорь, что ты подписал какой-то протокол, там еще, ты что, согласен с их действиями? Нет, это неправда, это вранье. Это неправда? Неправда, это вранье. На каком основании они арестовывают народного депутата Украины? На 2000, по драке 2007 года, банда, Свет, Игорь, держись. Игорь. Игорь, ты можешь подойти как народный депутат к нашему окну сюда? Мы снимаем, они физически это делают. Игорь, тут Инна, Игорь. Игорь, ты меня видишь? Подожди. Я тебя вижу. Игорь, это жена, Игорь. Игорь. Так ты солдат, ты не Украине присягу давал, а не бань. Слышали, нет, ты в маске. Игорь, мы тебя не выпустим. Игорь, приоткрой отсюда. Поднимайте город. Игорь, приоткрой. Штурмуйте обл. Администрацию. Игорь, поднимайте город весь. Игорь, это банда. Тебя отсюда мы не дадим никуда. Инна, главное не я. Я спокойно. Я их загрызу зубами. Это, я спокойно, нет. Фигурку. Я спокойно. Инна, не ради, только я тебя прошу. Главное ребенок. Не, я спокойно. Да, ребята нормальные, ребята ни при чем, они с Киева. Так, привет. Юноша, ты солдат. Ты не банде служишь, ты Украине. Игорь, открой это сам. Игорь, открой это. А шторку подними. Подними штору, солдат, подними штору, бы. Солдат, я еще раз говорю, подними штору. Они боятся. Ты Украине служишь, а не банде, Донецк. Игорь, да. Подними штору, пожалуйста. Я не могу, но я ощущал. Это банда донецкая. Все, уголовник пошел на беспредел. Все. Пропустите врача! Пропустите врача! Пропустите врача! Человеку плохо. Да все, я не понимаю. Ну что, животные какие-то бесчувственные вообще. Ну ладно, там решение судов, но сейчас вы просто нарушаете, вот лично вы нарушаете закон. Вы не даете врачам физически пройти туда. Не они. Они завтра скажут, что они вам ничего не говорили. Вот вы лично нарушаете сейчас закон. Главный эксперт, взрывотехник, майор милиции Купченко Артем Евгеньевич. Выполняю задание по взрывобезопасности. Что вы тут делаете? Идите, пожалуйста. Не похоже на, скажем так, заказное.
Ответ беспредел! Ответ беспредел!